очень важно не только дарить друг другу кристаллы мечты, ведь очень может быть красивый, конечно, ювелирных украшений, но мне кажется, очень важно дарить друг другу открытость своих сердец, тепло своей души, так как, мне говорят, умеет это делать публика в Детройте. Добрый вечер, я очень рада нашей с вами встрече. Я надеюсь, что этот вечер мы проведем в теплой, домашней, семейной обстановке, и у нас будет у всех масса только положительных, только хороших эмоций. Мы начинаем. Ты мне веришь?
непосредственно всем, всем вам. Ау, что такое? Мы не можем продолжать, потому что за аппарат не точно. Не заплатили. Ну, знаете, потрясающе. Знаете, у нас как бы американские гастроли вообще проходят очень странно для нас. Мало того, что у нас был прецедент того, что пропал чемодан с костюмами, но, слава богу, он нашелся. Да. Вот как-то не повезло нам с импресарио. И видите, как получается, что... Так что мне сделать? Взять и уйти со сцены? Вот видите, как меня ставят такое положение, что публика пришла, мы все готовы выступать, и вдруг такая... Понятно, что все готовы слушать, а мы готовы выступать. Скажите, что надо делать, кого убить, спрашивают? Ну, я не думаю, что на антракт все согласны. Согласны на антракт? Антракт? Точно? Недолго? Ну ладно, все, давайте когда передохнем, антракт, и я надеюсь, что там все уладится. Потому что не хочется так с вами прощаться, честно говоря. Хотелось бы...